Всем привет! Вы на канале Гитара с нуля, и сегодня мы будем снимать видео. Всем привет! В формате Акстара. Он специально приехал в гости, чтобы мы записали, а точнее 3 дня записывали вот это крутое видео. Мы будем подходить к музыкантам, брать у них гитару и максимально хреново играть, а потом делать вот так. Ребята, вторая часть по ссылочке в описании, продолжение на моем канале. Там тоже очень крутые реакции, обязательно посмотрите. Ну и давай, я не знаю, делал ты этого или нет. Давай, если наберем 30 тысяч лайков, то мы запишем вторую часть. Тогда я приеду к нему в Питер, и мы подходим к питерским музыкантам. Интересно будет посмотреть вообще, есть ли разница между московскими и питерскими музыкантами. Вот. Насколько они агрессивны или да, наоборот. Вот. А какие музыканты в этом видео в Москве вы сейчас увидите. Приятного просмотра. Поехали. Всем привет, ребята, мы сейчас находимся на Старом Арбате в центре Москвы. И сейчас будем решать, кто будет первый из нас подходить к уличным музыкантам и пробовать притворяться. На самом деле очень стыдно, я сам очень волнуюсь и надеюсь, я не буду первым. Я тоже надеюсь, что я не буду первым, но ну давай. На ЦУЕФА. ЦУЕФА, ЦУЕФА, ЦУЕФА. Че, я первый? Да, получается первый. Итак, первый гитарист найден, и Рома сейчас к нему будет подходить. Смотри, главное, притворяйся новичком до самого конца, пока он уже реально не будет у тебя хотеть гитару отобрать или что-то такое. Хорошо. В общем, оставайся в образе до конца. Ребят, не забывайте, что самая крутая реакция всегда в конце, поэтому обязательно досматривайте. На двоих с тобой ночь. Все? Максимально уже. Я максимально понял. Уже. Братуха, можно я брату сыграю день рождения? Мне первая больше понравилась. Первая больше понравилась. Молодец, вот это просто. Это нормально. Я так и не играю. Спасибо. Ну слушай, ты даже когда плохо пел, у тебя нормально получалось. Да нет, ну ты чё? Ты должен прям лажать конкретно. Да где я так лажал? Нет, там нормально. Да куда нафиг нормально? Ты чё там, они там все вот так вот снимали их реакции? Короче, следующий гитарист, попробуй, погнали. Минутку поиграть. Одну минутку. Вот, ой. 500 рублей. Вот, реально, одну минутку. Спасибо большое. Вот, одну минутку. Умеешь, да, немножечко? Да, умею.
нельзя играть песню, это нельзя каверить. Тем более так. Знаешь, там и другое. Ты уйдешь, потом меня будут бить. Люди, которые слушают, они же не выглядывают, смотрят, кто-то поиграл, что-то поиграл. Ну как, нормально? Не, просто люди ходят, они привыкли, что здесь уже люди, которые умеют играть, а ты просто тренируешься, это не очень вежливо им в уши там такие вот полнотки, недонотки давать. Угу. И еще одно. Меня сейчас будут оттуда бить, оттуда бить, оттуда будут стрелять. Нет, давай, давай. Все, последнее, последнее, самое последнее. Нормально? Умеешь, когда хватит? У меня, что ли? Ладно, спасибо большое. Заходи, я здесь. Спасибо. Обед сейчас от двух, а так здесь. Хорошо, спасибо. Можно вопросик? Ага. У меня сегодня сын родился. Можно я на фоне Москвы сыграю песню вот брату моему? Ну, он заснимет, что я сниму. А, чтобы именно вы сыграли и да, спели, да? Да, да. Ну, я нормально играю. Одну песню. Как? Ну, там 300 сразу. Давайте. Давай. Не, я так попробую. Да подальше все пошло, поболело и прошло. Кто расскажет о любви, где, в которой прячется тепло? Как там написано? Блин, давай другую, я не помню. Можно я другую? Давай, которую помните. Сейчас я вот эту попробую. Сколько лет пройдет, все о том же, гудят провода, все того же ждут самолеты. Девочки с глазами самого синего льда тает под огнем пулемета. Должен растаять хоть кто-то, все, но скоро рассвет. Выхода нет, ключ поверни и полетели. Нужно писать чью-то тетрадь кровью, как метра полетение. Выхода нет, выхода нет. Хорошего настроения вам. Спасибо, ребят. Пока-пока. Пока. Вот, поэтому сейчас будем как-то потихоньку пристраиваться. Извини, браток, пока не начал. Можно, у меня там сын родился сегодня, можно я на фоне Москвы один раз попробую сыграть? Нет, сыграть нет. Ну, и заплачу там 500 рублей. Ну, одну песню. Сейчас просто вообще не время, может, попозже? Через час. Блин, ну мы... Я просто одну песню, пока ты не начал. Не время. Прости, нет, не могу. Ну одну, одну. Не могу. Не могу. Извини. Блин. Ну, а через час можно, да? Сейчас может быть. Хорошо. Короче, там сидит очень грозный мужик, и мне очень страшно к нему идти. Бородатый, здоровый, даст по шапке. Да. Короче, мы решили сейчас, кто проигрывает, тот идет к нему один. На суефа, да. Да. Давай. Суефа. Давай, ты один, удачи. Все, я ухожу из кадра. Подожди, сейчас, мне нужно... Ладно, на самом деле это очень волнительно, очень стыдно, не повторяйте никогда. Извините, а можно на гитаре поиграть минутку? Нет, дружище, извини, гитару не даю. За 200 рублей, я просто хочу порепетировать. Не надо 200 рублей.
Я просто раньше занимался, хочу вот понимаю, перед людьми. Как бы... За 1000 рублей. Прям минутку. Что, прям так хочется поиграть? Ну да. Ну давай. Не подскажешь, а где 5 ватт? Ага. Не, я на самом деле знаю, просто забыл. Красиво звучит. Может быть, тебе стоит, прежде чем на публику, как бы, ну, работать, взять несколько уроков на гитаре? Да, я брал, я хорошо играю, сейчас еще покажу. Слушай, давай не стоит, а, как бы, я сейчас немножко, ну, работаю. Нужно просто потренироваться, и все будет нормально. Но, как бы, сейчас на публику пока что, ну, рановато, наверное. Еще. Думаете, да, так? Ну, как бы, да. А если вот аккордами, например, играть? Тренируйся, давай, знаешь, как ты еще эту забирай, как бы отдай ее репетитору, а потом как бы возвращайся и можешь тренироваться на публику. Ну, еще да, хорошо. А еще последнюю, есть этот, позови меня с собой, Пугачев, может, знаете? Ну, знаю, но тут как бы очевидно все. Ну, ладно. Спасибо. Не, у тебя хорошо получается. Можно уже прям на публику как бы это самое. Вот так можно, да? Конечно. Ну, да ладно, у тебя хороший уровень тогда. Спасибо. Все. И тебе спасибо. Давай. А можешь забрать? Люби меня, люби. Итак, очередные гитаристы. Не знаю, с аппаратурой опять вряд ли будет. Но мы попробуем. Я думаю, дадут. Так что должен слышать. А вот? Может быть, и не дадут. Ну, короче, посмотрим. Люби меня, люби. Здорово. Слушай, можно я для брата сыграю песню? Ну, просто день рождения. 500 рублей, ладно? Держи. Спасибо. Супер! Сейчас мы для брата сыграем. Днем рождения. Пустынной улицы вольются бой куда-то. Мы идем и я. Ну я сейчас скажу. Буду, а ты конфетки. Нет, ну я стараюсь. Круто! Знаешь, я
так соскучился. На крыльях самурами, такие лемуры мы, такие лемуры мы. Ой, очень круто. Слушай. А можно, можешь дать ему поиграть на гитаре? Он, я просто не верю, что он реально умеет. Я очень круто играю, я такое произведение выучил, песню, прям мою любимую я попробую. Блин, чуваки, ну у меня типа Fender, я вообще не даю, как бы... Не, ну я нормально играю, я как бы, ну, знаю, как держать инструмент, то есть не переживай. Я просто, он не верит, что я выучил песню, прям, ему понравится. Что мы гитаристы, ну, что? Ладно, все ну... нормально, аккуратно. Да? Аккуратно, да. Я пару сотен. А, ну, да ладно, я бы так дал. Да ладно, ладно. Так, тебе медиатор нужен? Нет, нет, я попробую руками. Я попробую руками. Ты как ты на электрогитаре будешь руками играть? Ну, я попробую. Точно? Нет, ты точно умеешь играть? Я просто, ну, это... Ну, моя... Ну, да, 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 смотри, смотри. Ты знаешь песню «Батарей»? Вот он не веришь, что там на баре... Батарейку? Да, смотри. Серьезно? На Фендере телекастере батарейку? Дети дождем, усилился сухар. Все габарита под ног. Нет пусть брат. Не, ну реально круто. А ты когда успел научиться-то? Я уже собирался уходить после батареи. Я чуть-чуть еще, ладно? Ну, нормально. Я не хочу тебя расстраивать. Ну, можно я тогда еще? Можно я еще? Нет, это песня не для телекастера. У меня классная гитара. Ну, блин, может быть, дело в медиаторе, а дай-ка медиатор. Ну, я попробую, дай. Смотри, подожди, а ну, подожди. Обязательно. Чуваки, заберите 200 рублей, я просто, ну, хорош, да, да ладно. Ладно, это была шутка, на самом деле, круто. Ну, прикольно, что ты умеешь играть, зачем? Спасибо. Слушай, а ты когда научился-то? Когда научился? Да он мне так и не верит, понимаешь, да. То я уже начал расстраиваться, что на моей гитаре играешь какую-то хрень, ну, сори, да, я... Да дело в медиаторе. Да, да, это волшебный медиатор. Спасибо, как тебя зовут? Ваня. Ваня? Да. Спасибо тебе, меня Роман. Ну, забегайте, я здесь бываю часто. Ладно, давай, счастливо. Спасибо. Спасибо. Нам туда. Ребята, если вам понравилось и мы наберем с вами 30 тысяч лайков, то мы обязательно снимем вторую часть уже в городе Акстара, в Санкт-Петербурге. Очень бы хотелось это сделать. Нам понравилось снимать видео. Продолжение этого видео есть на канале Акстара, ссылочка в описании. Там тоже много интересных реакций. Шоу продолжается. Все, ребята, спасибо вам за просмотр. До встречи в следующих видео. Не знаю, буду я там или нет, зависит от вас. Все, до встречи. Пока. Запомни ты меня таким, таким счастливым. О, в легких тает